Наделавший шуму доклад Совета Европы о расследовании пожара в Одесском доме профсоюзов представляет сегодня непосредственно в городе, где произошла трагедия. Подробности международная группа экспертов обнародовала еще накануне, и для украинских властей они оказались крайне неутешительными. Фактически, говорится в докладе, обстоятельства гибели 48 человек на должном уровне не расследованы. Независимость и непредвзятость следствия под большим сомнением. Среди арестованных только противники действующей власти. Лишь спустя 7 месяцев начали выяснять, почему 2 мая 2014 пожарные машины приехали к охваченному огнем зданию с почти часовой задержкой. В российской медиа подчеркнули, что такое однобокое расследование вряд ли поможет установить истину. Заключение работы международной консультативной группы комментирует и мировая пресса. По мнению американского агентства Bloomberg, это очередной удар по репутации президента Порошенко. А немецкий «Шпигель» охарактеризовал 90-страничный доклад как хронику бездействия украинских властей.